День здоровья для студентов теперь будет проходить ежемесячно на базе городской клинической больницы номер 10. Один раз в месяц студенты того или иного вуза могут прийти на бесплатное медицинское обследование к специалистам, а также получить у врачей консультации по поводу здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. О дне посещения студентов будут извещать заранее. Главная цель этого проекта – оценить реальное состояние здоровья учащихся вузов. С сегодняшнего дня запускается проект «День здоровья для студентов». Раз в месяц студенты вузов могут прийти в поликлинику номер 10 и пройти обследование у таких специалистов, как терапевт, офтальмолог, оториноларинголог, невролог. Также могут им выполнить ЭКГ и флюорографию. При себе студенты должны иметь паспорт и медицинский полис.